сегодня я хотела бы поговорить с вами о фибрильных судорогах. Это судороги, которые встречаются у детей в возрасте до 3-4, иногда даже до 5 лет. Это судороги, возникающие на подъем температуры выше 38 градусов и на фоне какого-то инфекционного заболевания. Дети этого возраста, их нервная система склонна к судорожным реакциям на какие-то возбудители. Во-первых, ребенка, конечно, нужно доставить в больницу, потому что непонятно, какая причина вызвала повышение температуры и, опять же, такие эти судороги. Потому что они могут появиться не только как реакция на температуру, это могут быть какие-то другие заболевания. Если это был приступ, вызванный исключительно подъемом температуры, такой ребенок нуждается в наблюдении. Он не требует проведения электроэнцефалограммы, если это был обычный приступ. Во-первых, нужно стараться предотвращать высокие подъемы температуры, если ребенок заболел. У вас дома всегда должны быть какие-то жаропонижающие препараты в виде микстур, свечей, которыми вы можете воспользоваться в том случае, если температура поднимается очень быстро. Тогда ребенок требует обследования у невролога, и невролог принимает решение о необходимости назначения этому ребенку какой-то специфической терапии. Если во время приступа была какая-то асимметрия, то есть одна сторона, например, подергивалась, вытягивалась, а другая сторона была в более-менее спокойном состоянии. Если после приступа у ребенка возник ограничение подвижности в какой-то конечности временно, и потом оно восстановилось, вот это те ситуации, когда нужно обязательно обратиться к специалисту для того, чтобы обследовать ребенка для исключения у него какой-то другой патологии.